Украинский уникальный инструмент несколько лет ждал своего звездного часа. Для его звучания необходимо было помещение со специальной акустикой. Новым местонахождением органа стал малый зал Ленинского мемориала. Специально под инструмент архитекторам пришлось попотеть, сделать все возможное, чтобы его новый дом соответствовал всем требованиям. Проектирование началось в 2017 году. Основной проблемой было то, что это все-таки объект культурного наследия. Здесь есть предмет охраны, ограничения по возможности изменения зала. Все основные характеристики, являющиеся предметом охраны, были сохранены. И зал благополучно приспособлен под органную музыку, что вы можете слышать. Молодым архитекторам показали и рассказали, какие были проведены работы. Указали на особенности потолков, пола, специальное покрытие сцены. А также похвастались российскими мастерами, которые самостоятельно смогли собрать многотонный инструмент и даже воссоздать некоторые детали органа заново. Архитекторам было важно создать специальную акустику. Для этого приглашали специалистов из Новосибирска. Подобного рода экскурсии – полезный опыт для студентов. Я считаю, что сделано, в принципе, все по-современному, лаконично, красиво. Считаю, что ничего лишнего здесь нету. Все, в принципе, в порядке. Из того, что вам сегодня рассказали, может быть, какие-то знания вам пригодятся в дальнейшем? Или это вот какие-то узкие направленные знания? Да, я считаю, что рассказывали вот про реставрацию, я считаю, это пригодится. Про потолок, также про отделку. Это, конечно, пригодится в будущих проектах. На пользу это пошло. Орган почти 35 лет стоял в филармоническом зале, акустически не рассчитанном на этот инструмент. Сегодня его новый дом полностью соответствует всем требованиям для органной и камерной музыки. Его новый мастер Александр Патрушин инструментом восхищается и надеется, что малый зал Ленинского мемориала в скором времени наполнится зрителями. Руководство мем-центра рассчитывает давать концерты органной музыки уже в 2023 году. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.